для увесь декоратор. Вторая из сборника «Особое поручение». Это не самая удачная книга Фондорина. Мысль перенести потрошителя, Джека Потрошителя, в Москву 19 века может быть и интересна. Но, на мой взгляд, Акунин здесь слишком увлекся описанием кровавой мерзости. Если в «Пиковом балете» все описано с отличным юмором, и мошенники вызывают симпатию, то от того человека, которым является этот самый декоратор, откровенно тошнит. Если, кстати, его вообще можно назвать человеком. Конечно, понятно, что в реальной жизни, возможно, еще и не такая мерзость. Но стоило ли ее вытаскивать на свет Божий и столь детально описывать? Я не уверен. Из цикла «О Борасте Фондорине» это, пожалуй, единственное произведение, оставляющее настолько тяжелое впечатление. Лично мне кажется, что данная книга – это откровенная неудача Акунина. Конечно, написана она интересно и читается на одном дыхании. Но здесь, по-моему, намного важнее не как написано, а что написано. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах.